Хай, Джейс, в этом видео мы будем пранковать по скайпу, будем звонить на мобильные номера в разные страны, такие как Россия, Белоруссия, Украина, и нас будет четверо, ну, я думаю, это будет отлично, думаю, это будет интересно и угарно. Если вам это понравится, то в конце ролика я попрошу вас поставить лайк и написать какой-нибудь позитивный комментарий. Ну, а я могу вам пожелать только приятного просмотра. Так, ребята, всем привет, с вами Готти, и сегодня будем пранковать. Тут еще Джеймс, Максим Шуршов и Кот Матроскин. Сейчас будем верблюда в час ночи покупать, сука. Записал? Все, тихо, пацаны. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу верблюда звоню. Слушай. Я хотел бы приобрести его, только у меня вопрос. Смогу ли я на нем, например, куда-нибудь ездить? По городу, например. Завтра звоните в нормальное время, пожалуйста. А вы спите? Я смогу на нем, блядь, по городу ездить? Что, мы будем Ауди покупать? Бать, за почти 2 ляма, ёпта. Хачей ищите. Своей тетке знакомой буду звонить. Я с ней уже один раз базарил. Как я, Ирка, да? В настоящее время абонент не может ответить на ваш... Сука, автоответчик ебаный. Его зовут Саша, если что. Ну ладно. Да. Александр. Да. Алло. Здравствуйте. Да. Ты не охуел ли, парень? Ты про что? Да я про то, что ты к чужим тёлкам лезешь, блядь. Каким? Тебе ебло развалить? Тогда вспомнишь? Каким? У тебя их много или что? Я не понял. Я спрашиваю, каким? Ну, ходи с парнем-то поговорить, там объясню. Я тебе спрашиваю, каким тёлкам я лезу? Ты на очко подсел или что, я не понял? Нет, я тебя просто спросил. Я тебе говорю, выходи из падика, поговорим. Падик? Ты знаешь, где я живу? Я знаю, блядь, давай выходи, я тебе сказал. Хорошо, давай. Давай, я тебя жду, спустишься, блядь, давай. Я тебе наберу через минуту, давай. 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 Блядь, ты дебил, он в частном доме живет. Ха-ха, наебал, блядь. Что ты не сказал? Готти, звони. Давай, все, поехали. Готти. Сука, это будет охуенно, Готти ушел. Я тут. Давай, давай, звони ему, типа. Скажу к воинской части, подойди. Давай. Да. Алло. Да. Ну ты где? Ну я вышел. Подходи к КПП. КПП? КПП, подходи, видишь черную машину, садись на заднее сиденье. Хорошо. Вообще-то здесь нету черной машины. Ты возле КПП? Да. Жди минуту, сейчас я подъезжаю уже. Давай. Давай, давай. Блядь, скажи ему, сука, дави нахуй на него, говори, ты че ебанутый, вот машина, блядь, стоит, я тебя не вижу нахуй. Да, блядь, мне кажется, он все догадывается. Нихуя давай, он ладно, не догадывается, скажи, под танком, блядь, стоит черная машина, нахуй. Да. Ну все, вон по танкам, видишь, стоит черная тачка. Нету. Как это нету? Ты что, дебил, блядь? Так вот так, я стою возле КПП, и здесь нету никакой черной машины. Как это нету, блядь, ты что, слепой, нахуй, тебе, блядь, ебло развалю, блядь. Ты охуел вообще, блядь, с двумя там мутить, блядь? Черная тачка, видишь, садишься в нее, блядь, быстро, на. Угу, хорошо. Что? Угу, хорошо. А что скрытого номера звонить, а? А? Что скрытого номера звонить, а? Слышишь ты, блядь, слушай меня внимательно, на. Еще раз ты, блядь, ей позвонишь, назначишь встречу, блядь, я тебя просто нахуй урву. Я позвоню, скажи, пожалуйста, кому, а? Кому? Да. Чувак, не строй себя дурачка, блядь. Я тебе еще раз говорю, блядь. Ты я дурочка строю. Хорошо, давай. Я дурочка строю. Я незнакомая личность. Что?
Яна знакомая личность? Яна Любимова. Блять, нет, блять, Каримова нахуй. Слышишь меня, блять? Ты вообще знаешь, какие у меня с ней вообще отношения? Ебало, завали щенок и слушай меня сюда, блять. Щенок? Еще один раз, щенок. Блять, позвонишь нахуй, я тебя, блять, урою. У тебя будут большие неприятности. Блять, как ты харишь, а? Слышь, ебало, ты вообще знаешь... Хуйло, блять, я сказал, что... Ты знаешь, что у меня с ней? А нихуя у меня с ней, я вообще с ней... Щенок, урод, не знаю. Ой, закрой, блять. Ой, закрой. Нахуй. Выходи, блядь, к черной машине, сука. Я тебя, блядь, уебу сейчас, нахуй. Не сшуй, блядь, сопли, нахуй, дома, блядь, сидишь. Не то, что я здесь возле КПП стою. Какого, блядь, там машина стоит возле танка. Ты что, блядь, слепой, нахуй? Обойди, подойди, блядь, посмотри, нахуй. Ебать, давай посигналь. Ебать, ты даун, блядь, я тебе говорю, подойди, вон, видишь даун машину? Даун, сука. Сука, хорош, блядь, но это мой кореш, сука, но ты, блядь, красавелла все равно, нахуй. Здравствуйте, информационно-справочная служба, оператор Касаткина, слушаю вас. Здрасте. Здравствуйте. У меня вот такой вопросик вам. А номера телефонов можете подсказать, нет? Номера телефонов какой организации? Да, организации... О, одну минутку, сейчас правильно назову ее, секунду. Сука, лох. Я ебу. Ты заплан, блядь. Ты чё, сука? Гонишь? Какая... Долбоёб, это президенту мы нахуй звонили, блядь. Ты дебил, это справочная служба, лох. Смотри, смотри, лох. Смотри, администрация президента Российской Федерации. Бери, сука! Блять, выключи ебальник. А кого это нашел ты? Давай я, давай я, давай. Если это бабка. Здравствуйте. Вы позвонили в круглосуточную информационно-справочную службу администрации президента Российской Федерации. В настоящее время все операторы заняты. Оставайтесь на линии. Вам обязательно ответят. Я ебу, пацаны обоссались. Сука, стремалы, блядь. Вы ебанутые, блядь, что ли, нахуй? Хули ты че? Говорит, такой же, говорит, бабка, матершинница, блядь, я уже... Прикинь бы, я уже послушал эту хуйню бы там, да, я говорю, че шлюха бы нахуй, как бы начал играть бы на неё, блядь. Алло. Да. Шо ты? Милиция, слухаю вас. Ты что ходишь, блядь, куда ты заходишь? Меня Артём спросил, блядь. Нахуя ты в мусарню, блядь, звонишь? Шо? Блица, шо? Ай, блядь. Ну шо ты? Алло, милиция, блядь. А ты замолчал потом? Да, я офнул микро, блядь, и чё, долбоёб? Детский телефон доверия. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Ну, по поводу? У меня просто такая жизненная ситуация такая очень плохо сложилась. Я просто, ну, как бы позвонил, как бы... Чем, чтобы вы смогли чем-то помочь? Я говорю, по поводу. Какую консультацию вы спросите? Что у вас происходит? Я не понял, девушка, как вы разговариваете с ребенком? Подожди, вопрос. А как вы разговариваете? Я психолог. Блядь, ты дебил, Артём, блядь. Молчи нахуй, блядь, молчи.
Что ж, чуваки, на этом наше видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайк, позитивный комментарий, как я уже говорил в начале ролика. И, пожалуйста, оставьте об этом какой-нибудь отзыв, комментарий или, я не знаю, что-нибудь в моей группе, чтобы я знал, продолжать ли мне заниматься пранком или нет. Ну, в общем, как-то так. Теперь могу смело сказать адиос, амигос.